Здравствуйте, уважаемые подписчики. Реальные зарплаты, какие сейчас доходы у людей, сколько сейчас, в принципе, нужно зарабатывать? Ребята, присаживайтесь, успокаивайтесь, будет очень интересное видео. То у нас поступили европейские феромоны, то есть парфюмерия с феромонами. Она подбирается индивидуально по вашему дизайну человека. От вас нужно прислать дату рождения, и мы вам рассчитаем индивидуальный ваш феромон. Не забывайте, ребята, что даже сексуальное влечение у человека вызывается по запаху. Или ты думаешь, просто так у какого-нибудь парня, простого, невысокого роста, самого обычного, столько девушек? Да нет, конечно. 21 век, ученые уже настолько двинулись вперед, что ты даже не представляешь, насколько. Пиши 8-916-756-1776. Я лично все рассчитаю и отправлю тебе самый лучший парфюм с феромоном. Итак, мои хорошие, смотрите, что мы сейчас фиксируем. Человек у нас уехал работать руками, можно сказать, он электрик. И он говорит: Дима, в Москве действительно пошел подъем зарплат. Кто бы там что ни говорил, но действительно людей с техническим образованием, рукастых мужиков крайне не хватает. Кто бы что там ни говорил, что ой, да ты что, там везде обманы, то сё, работу стало найти вот так вот гораздо проще. А если у тебя есть инструмент, если у тебя есть особенно, ну, то есть жилье, которое недалеко от объекта, потому что, понимаете, да, в Москве это не где-нибудь там в Астрахани, в какой-нибудь в Оренбурге или в Томске, там, из точки А в точку Б, там, доехал за 15 минут на машине, нет. То важно жить непосредственно около объекта. Если вот все пазлы складываются, то электрик сейчас может 200 плюс зарабатывать. 200 плюс на каких-то даже, говорит, не очень сильно сложных каких-то объектах. У меня чуть волосы дыбом не встали. А потом я так немножечко отмотал и решил связаться с людьми, с которыми я раньше работал в детейлинге. Ведь когда давным-давно я в Москву приехал, ну, кто давно наблюдает, он помнит, что я там с полировальными машинками бегал, да, ну, как бы искал себя в чем-то таком, что, типа, неплохо умею. И пошел развиваться в это направление. Я связался с ребятами, говорю: пацаны, один из них в Ростовскую область уезжал, сейчас опять вернулся, второй из них из Кировской вроде бы, и мы с ними начали переписываться, и они оба вернулись, один уже полтора года назад вернулся, второй вот сейчас пару месяцев назад под сезон. Он говорит: ты знаешь, Тиман, происходит что-то непонятное, работодатели просто умоляют вернуться назад, давай, поток идет на всю любую услугу. В Москве страшный поток идет. Вопрос в том, что куда ты будешь устраиваться сейчас, как ты будешь устраиваться, где ты будешь жить, и опять же старт, на старт. Вот пацана из Кировска, ну, Кировской области возник вопрос. Он говорит: Диман, на старт сейчас в Москву, смотри, первый месяц, второй месяц, ну, на аренду хаты надо почти 90 тысяч. Потому что в самом таком вот райончике квартира, ну, сороковка стоит. Сороковку надо где-то брать. Где? Опять же, кредит. А если у тебя там все лимиты спилены, да, если у тебя и так есть какая-то кредитка, там еще у тебя, ну, не факт, что дадут. Поэтому, опять же, надо уезжать. Он говорит: вот надо 200 тысяч иметь, чтобы просто уехать. Ну, как бы люди, естественно, ищут, суетятся, потому что а куда деваться? Вот. Доходит до того, что, например, просто чувак, там, я не знаю, занимается тоже чем-то связанным с трубопроводом, но у него там серьезно, у него и машина под это заточена, у него так называемый, ну, каблучок, как бы, да, вот так дверки открываешь, сзади там все. Что-то, ну, может нет. Он говорит: Диман, почти 350 у меня вот выходит, почти 350. Все люди, соответственно, связаны со стройкой, все люди связаны с рабочими специальностями, поэтому, говорит, ты там им рассказывай, потому что много вот нытья слышно, да, что там все плохо, там все загибается. Но вы, ребята, попробуйте поднять жопу и уехать в мегаполис, в Золотые горы, может быть, не сразу, может быть, придется клиентскую базу нарабатывать, но прям реально, да. Прям, говорит, пусть в комментариях пишут, кто откуда, кто в чем мастер. И, конечно, из зоны комфорта надо выйти. Конечно, надо прописать какой-то маломальский план. Конечно, надо понять, что все, уже завтрашний день не будет такой же комфортный, как сегодняшний. Когда ты просыпаешься в теплой постели, там на тебе скачет жена, там тебе яишенку жарят. Ты будешь в ахуе бегать по Москве, жить поначалу в хостелах, потом снимать какую-то там квартиру непонятно какую, да, где, возможно, ты с мужиками, с такими же работягами будешь жить, может, это даже комната с кем-то будет, конечно, будет некомфортно. Потом по девочкам вы спросите, ну, пацаны, понятно, пацаны всегда вывозят, по девочкам, ребята, по девочкам тоже огонь. Я сейчас просто даже могу за регионы пообщаться. В регионах знакомая купила себе двухкомнатную квартиру просто на локтях,
просто делает ноготочки. Это вот моей мамы девушка, которая занимается этим. Она уже второго мужа меняет, говорит, я хочу, чтобы парень по доходам, ну, плюс-минус, как я был, да, очень хорошо зарабатывает девушка. Ну, если вот так просто предположить, как мама с ней общается, она говорит, я от 6 до 9 тысяч в день могу иметь. Ну, пусть там какая-то часть расходники, ну, я так предположил, что чистыми она всегда себе пятак ложит в карман. Работает она практически 25 дней в месяц. Вот, ребята, и считайте, это в регионах. А теперь представим, на дорогого клиента, на Москву, сколько может иметь человек. Че далеко ходить, ребята? Оператор, который раньше у меня автообзоры снимал, сейчас перешел что? Он снимает свадьбу, он видеограф по свадьбам. Он за одну свадьбу просто забирает от 150 до 300 тысяч. Просто за субботу. Таких суббот у него 4. Вы понимаете, это какие деньги? У пацана, да, у него камера 220 тысяч рублей, но поначалу у него была другая. У него там куча объективов, у него стабилизатор только один под 100 там с чем-то тысяч стоит. Да, это все, базара нет, но он работает один, раньше они работали в паре. Потом получилось так, что, ну, там что-то с девушкой с этой не сошлось, то ли муж ее ревновал к нему, как бы они расстались с вот этой партнершей. Теперь он один, да, говорит, тяжелее, да, сложнее, но я один вывожу, ну, он говорит, Диман, сам можешь как бы прикинуть, как бы, даже если 150 умножить на 4, мы понимаем, что сумма получается хорошая. Живет вот так вот просто, он говорит, клиент идет, все. Ну, конечно, где-то рекламка, где-то то, где-то все. Таких как бы, знакомым у него там тоже, один в Котельниках квартиру купил, ну там пацан сильно не напрягается, другой в Москве, в Пике взял хату. Оба там просто работают, но они москвичи, то есть коренной москвич ему всегда проще. Если видим как бы бедного коренного какого-то москвича, он, ну, напрашивается вывод, что-то типа делал не так, скорее всего, либо где-то филонил, либо где-то что-то не хотел. Либо, ну, просто себя искал, потому что их тоже нельзя осуждать. Человек может себя очень долго искать, у него может очень долго что-то не получаться. Ну, такие вот сводочки, да, можете на почту рассказывать свои истории, но я сейчас фиксирую, что действительно крайне не хватает мужиков. Мужиков не хватает по всем, так сказать, направлениям. И особенно это работа руками. Кстати, во всяких легких сферах, типа грузчики, типа таксисты, там не сильный виден и заметен всплеск активности именно по деньгам. Ну, как бы работа есть, но, ну, оно и понимаем. Вся вот эта легкая ерунда, она, ребята, ни к чему не приводит. Так называемые мигрантские профессии, там денег особо нет, потому что там как бы есть мигранты. Поэтому какой вывод? Учитесь что-то делать, делать руками. Это сейчас очень востребовано. Идите хоть куда. Идите вот на оператор станков ЧПУ. Идите, как я когда-то, на сварщика. Идите, ребята, и учитесь делать что-то руками. Я вам еще раз повторяю, в ближайшие 5-10 лет это будет время людей, которые производственники, так называемые. Это будем что-то производить, строить, на заводах впахивать, вот как-то так. Я бы, если помоложе был, я бы сам пошел. Ну, в моем положении, конечно, мне проще как бы зарабатывать уже так, как зарабатываю, с помощью головы, языка и, собственно говоря, я это наработал. Конечно, это проще, легче. Вот, ну, в моем случае, вот. Но не у каждого же есть 10 лет в запасе, да. И, опять же, хороших лет, когда и монета включена, когда ты можешь, когда у тебя ресурсы есть. А сейчас уже все, сейчас уже ребятам вот молодым, к сожалению, сейчас не очень повезло, поэтому, ну а что такого, сварщикам, если вот тебе 20-30 лет, отлично, можно на севере по 250 рублей зарабатывать. У нас пацан на севере зарабатывает 250 тысяч сварщиком. Конечно, он там в минус 60 где-то там наверху что-то варит, но а что, можно в шахту в каком-нибудь сварщиком пойти тоже. Ну, по северам, я думаю, надо отдельный выпуск делать. Я как бы севера, я не хочу, потому что вот у меня, кто из красного чемодана любви, ребята берут, они все говорят, Дим, говори ребятам, что север рушит семью. Говорит, вот да, даже кто сейчас дорабатываем, стараемся искать альтернативу какую-то на земле, чтобы жить каждый день как бы с женой в кровати просыпаться, а не с мужиками 12 человек в вагончике. Говорит, как-то вот так вот. Поэтому я не хочу сильно расхваливать север, я знаю, что это нюансы. Я знаю, что это нюансы. Я за то, чтобы люди переезжали в крупные мегаполисы, как-никак брали какие-нибудь ипотеки те же семейные, делали детей. Опять же, там же
работу искали где-то неподалеку, и хотя бы хоть как-то у них семья будет вместе, хоть как-то они будут жить. Чем они будут жить вот так в разных точках, а она в точке А, он в точке Б, что-то непонятное происходит, и потом в итоге популяция людей не больше, демография хреновая, семья разрушена, одни РСПшки и олени. Понимаете, ну это хрень какая-то. Напишите, что думаете, мои хорошие, лайк, подписка, колокольчик, завтра в это же время ждите ролик. Я вас всех люблю, с вами был Дмитрий. Ну напишите, как вы думаете, реально сейчас работы эти востребованы, ручные, или это просто вот какое-то совпадение? Мне будет интересно почитать. До скорых встреч, всем пока.